Владимир и Любовь Парфенова исполняют аргентинское танго. Танцами они занимаются уже 5 лет, но впервые вышли на большую сцену с парным номером. Хореографический конкурс для старшего поколения дал им возможность показать свое исполнительское мастерство, и супруги очень довольны. Очень хорошо, что в нашем городе проходят такие конкурсы. Настроение отличное, веселое, дает заряд бодрости, энергии. Все очень довольны. Я начал заниматься танцами в 63 года. Вот и поэтому хочу, чтобы побольше особенно мужчин к нам приходило, совет ветеранов, и с нами занималось. Хореографический конкурс для старшего поколения впервые состоялся в нашем городе. Инициаторами стали армавирские общественники. Идею поддержало руководство горпарка и отдела культуры городской администрации. Для участия пригласили жителей в возрасте от 55 лет. Было подано 15 заявок. Конкурсанты исполняли парные танцы, причем представитель старшего поколения мог танцевать не только с ровесником, но и с кем-то из детей или внуков. Мастерство участников конкурса оценивало компетентное жюри. Но организаторы рассказали, что выбор лучших танцоров – это не главная цель мероприятия. Основная цель – это организовать досуг для наших жителей, для наших посетителей, для наших гостей. У нас очень востребовано по графику работы городского парка. В воскресенье вечером, каждый вечер мы проводим мероприятия для старшего поколения. И они довольно-таки востребованы. Очень много людей посещают эти мероприятия. Поэтому и родилась такая идея провести конкурс. По результатам конкурсного отбора обладателям 3 призовых мест вручили заслуженные награды. Но дипломы лауреатов получили все участники. Подобные мероприятия планируется проводить в городе регулярно. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телерадиокомпании «Вита», Армавир.